На Оренбургском тракте столкнулись автомобили «Лада» 10-й модели и «Газель». По предварительным данным, водитель легковушки на высокой скорости догнал грузовик и врезался в него сзади, в результате чего сам вылетел из машины, пробив лобовое стекло. Ремнями безопасности молодой человек пристегнут не был. «Газель» же после удара развернулась и опрокинулась на бок. О причинах и последствиях происшествия расскажет Алина Бережная. Автомобили спускались по Оренбургскому тракту со стороны улицы Парина. Водитель «Газели» рассказал родственникам, что даже не понял сперва, что же произошло. Правил не нарушал, выехать неожиданно сбоку никто не мог. Перекресток далеко, вдруг все вокруг закрутилось и перевернулось. А он не сам не рассказал, как для него все произошло? Нет, он даже не понял. За открытой ехали и все. После удара «Газель» развернула, и она свалилась на бок. Ее водитель просто чудом не пострадал. Вылез и понял, в него сзади врезалась «Лада» 10-й модели. Как предположили автоинспектор, водитель легковушки перестраивался и не рассчитал расстояние до впереди идущего автомобиля. 22-летний водитель «десятки» не был пристегнут ремнями безопасности и после мощного удара просто вылетел из машины, пробив лобовое стекло. Его госпитализировали с сочетанной травмой, закрытой травмой грудной клетки, переломами бедер и закрытым переломом грудины. Сейчас медики борются за его жизнь. Алина Бережная, Константин Бушуев, вызов 112.